Бетрайдер прыгает, вытаскивает Пугну. Будет ли какой-нибудь подсейв? Возвращают Бетрайдера. Пугна прожимает блокингуар. И на развороте начинает высасывать Элдер Титана. Минус Бетрайдер. Два игрока Вичи Гейминг остаются. Цепляют Dragon Knight. И Dragon Knight очень плохо. Минус Dragon Knight. Virtus.pro в шаге. Они даже не в шаге. Они практически они практически уже победили. Остается только сломать здание. Да ладно, они уже выиграли. Расслабься, можно их поздравить. И поднять кубок. Ну, не знаю, как на языке шахмат это. В общем, это ситуация, когда противник сдается. Ну, и ты получаешь победу. Вичи Гейминг пока еще не сдаются. Они еще не на таком уровне, да. Вич Доктор тоже погибает. Ну, уже мы видели это уже. Мы видели это на первой и второй карте. Это отчаяние. И можно сразу идти в Эншент, потому что Пугна, Бласты, Драконы танкуют. Драконы, кстати, дают очень много брони всей команде. Перегруппировываются, выходит Бетрайдер. Dragon Knight все еще нет, вышел Террор Блейд. Нет, пока что это минус две стороны. Да, и сейчас ему будет невыносимо тяжело уйти, если бы не Соло, который его спас. Врыв в тине. Пошла ульта Герокоптер. Разлетают. ТБ включает БКБ. Неплохой подхил от Чена. Пашу телепортирует домой. И Паша погибает. Погибает также Бетрайдер. Один в один размен. Но БКБшечки прожаты. Сандер на Герокоптера очень неплохо. У Герокоптера есть сыр. Но он не успевает его проюзать. Отличный эхо-стомп, но погибает Террор Блейд, который стоит на огне, раскастованным драконами. Драконы собираются заканчивать эту игру. Байбек от Террор Блейда, но он без формы. Стоит Незер Вард Пугнес, забирает Чена, который стоит под касками. Нун с Аегисом дает последний бой, но Нуна отсюда могут прогнать, в принципе. Эхо-стомп не попадает под него, очень мало маны. Но все еще есть Аега, подходить страшно. Бивать непонятно, нужно или нет. Папарацци пошел. Папарацци получает декрепифай. Иллюзия разминает Нуна. Как же больно. Иллюзия. И в итоге Нун... Нун погибает. Пошел. Эхо-стомп. Фурстафует. Пугно. Пугно живет. Рамзес. У него все еще есть сыр. А Егиса нет. Рамзес идет вперед. Он съедает сыр. Сыра больше нет. Ори нету больше хп. Фортификейшн. Последние бараки пытаются задефить. Элдер Титан. Вводит своим спиритом. Роджер призывает драконов обратно. Остается последний барак. Зацепили Соло. Соло далековато залез. Кастует свой ультимейт. Минус ульта. В этот момент ДК врывается. Начинает фокси тени. Неплохой эрсплиттер. Пашу пробивают. Пашу отправили на базу. Паша живет. Паша будет жить. Соло также выживает. Его каким-то образом никто не стал бить. И он спасается. Тини бежит обратно. Сделал ТП на мид. И уже на всех парах мчится. Формы ДК сейчас не будет. Стан в Пугну, врываются все, Пугну подкиливают. Это минус. Минус Пугна, но есть байбек. Десвард стоит. Работает Террор Блейд. Метаморфоза все еще есть. Тини врывается, дает стан, ни в кого не попадает. ДК. Возвращают его обратно. Минус ДК. Есть байбек. Смок нажимают, но это мега крипы. И тир 4 падают. Остается голый трон. Можно просто добивать голый трон. До конца будут дефить Вичи. Фенрир закидывает каски. Герокоптеру больно. Герокоптер. Цепляют его в лосо. Герокоптеру нужно сейвить. Сейвит у Роджер. И герокоптер на фонтане. Он жив. Папарацци без формы. Пытается сделать хоть что-то. А драконы просто грызут трон. Наливают кучу огня. Невозможно ходить по базе Вичи Гейминг. Им очень больно. Драконы съедают Dragon Knight'а. Минус Террор Блейд, байбека у него нет. Минус Бетрайдер, минус Вич Доктор, Элдер Титан, Good Game, Virtus.pro выигрывает мейджор. Ура! Свершилось. Да вы мастер хайпа, Дмитрий. Победа. Ну что ж, они сделали замену, они сделали... Еще и за заслуги по Counter-Strike. Ну, логично. Да. Вот, и... Ну, ВП просто ближе, очевидно, польским фанатам, нежели Вичи Гейминг. Вичи Гейминг были молодцами в этом гранд-финале, ребят? Ну, мы ожидали от них определенного. Мы ожидали от них определенно большего, но парочку карт они все-таки сыграли действительно неплохо. Но, может быть, это просто Virtus.pro безошибочно играли? У меня к ним только один вопрос. Кто был жестче в этой карте, Паш или Роджер? В этой карте? Да. Паша меня... Оба молодцы. Паша меня поразил. Я просто пытался понять, кто из них тине. Лучше и не смог. Не смог выбрать. Ну, видишь, Virtus.pro все находятся в отличной форме. Я бы не стал выделять конкретного игрока здесь. И если как бы назначать MVP турнира... Очевидно, кто-то из Virtus.pro будет этим MVP, я полагаю. Но трудно выбрать. То есть они все молодцы. И, замени любого, и, возможно, не было бы победы. ВП решили все мерцедесы у ESL забрать. Ну, было бы неплохо, да, всем по мерцу дать, как бы, чтобы... Вот они идут, и Роджер поднимает кубок.
Ну, возможно, он проверил, просто насколько он тяжелый, Роджер подкачанный такой, как бы. Ну да, тут а боевой парень. Вдруг Рамзес не поднимет, да? Ну, Рамзик не смог бы, так как стыдно было, надо было проверить. Но Рамзик уже поднимал этот кубок. Он не такой тяжелый, как кажется, на первый взгляд. Тем не менее, Рамзик только два раза его подтянул. Нет, вообще, на самом деле, он, по-моему, изменился. У нас где-то стоит кейсерский кубок такой, он очень тяжелый, очень. Но этот прям одной рукой все поднимают, видимо, да, они... Да, мужик же выехал, который в самом начале, он как раз просто вытащил его, как сумку, я не знаю. Но первый кубок он бы так не вытащил. Тот килограмм 40 весит, наверное, там прям реально надо постараться. И сейчас, я так понимаю, объявят победителя Мерседеса. Ну, видимо, да. Поздравляет ведущий. Virtus.pro говорит, что заслужили. Dota 2 majors I've been to, it's been won by Virtus.pro. Talk me through how strong you were there, what you, how you played, why you played the way you did. Почему ты такой жесткий, спрашивает ведущий. Почему ты такой жесткий? You talk me through the way you played there. It was hard way for us. We lost to Vici at group stage. Был тяжелый путь для нас, мы проиграли Vici. We were not prepared at group stage, but now we этапе, но они не были готовы просто. Tactics, you know? И сейчас открыли несколько новых стратегий, которыми Vici обыгрались. Listen, congratulations. Talk me through what it means. В общем, вопрос даже не имеет значения, потому что все скандируют Virtus.pro. Thank you. We feel your support. You guys are amazing. Thank you. Listen, it's great to watch, and once again, let's hear it for your ESL One Katowice 2018 champions. It is Virtus.pro. Лёха, в общем, поблагодарил всю аудиторию, которая поддерживала Virtus.pro на протяжении всего турнира. Огромная поддержка Virtus.pro, естественно. Больше. Вот. MVP сейчас наградят. Давайте посмотрим, что же по видео у нас сейчас какому-то будет. MVP. Кто же? Right then, so before we go any further, if you were here for the opening yesterday, if you're watching the opening on Facebook at any point, you will have known that that trophy got stolen by some creeps, and myself and another person had to go and get it back. That person is about to come on stage now. Please welcome the Crystal Maiden. А, ну, собственно, на англоязычной трансляции был вступительный видос, где, собственно, вот этот ведущий ехал в компании с Crystal Maiden на Мерседесе, просто для нашей публики... Вообще, мы лоры не знаем. Да, для нашей публики это было немножко неизвестно, но вот я сейчас раскрываю вам подробности, и, собственно, она сейчас вносит этот кубок. А обещали Мерседес? Ну, вот я думаю, что Мерседес тоже дадут. А Сол не дали кубок. Ну вот. The Mercedes-Benz MVP trophy. Now, I have no idea who's won this because it's just been totted up backstage. So, right then, I know the team where the MVP is from, and that team is Virtus.pro. MVP is Virtus.pro. MVP is Virtus.pro. И кто же? Who is the Mercedes-Benz MVP of ESL One Katowice 2018? Ladies and gentlemen. Два овники должно быть. It's Roger! Роджеру отдали. Это жестко. Роджеру отдали. Аплодирую, стоит всем, кто был Роджера, действительно достоин. Нет, но вам Мерседесы начинают выигрывать саппорты, пока Virtus.pro. Это, кстати, очень приятно, что оценивают вклад именно саппортов в победу. Вот и мир признал, что Роджер лучшая четверка. Ну, слушай, против фактов тут не попрешь. Но очень рад я за Роджера. На самом деле, сумасшедшую быструю карьеру сделал этот парень. Теперь бы не зазвездиться. Но в Virtus.pro пока никто не зазвездился. Лёшка держит всех в узде. Там еще и артстайл. Да, конечно, если не кривить душой, можно сказать, что были определенные опасения относительно состава Virtus.pro когда-то давно, когда ребята были вот молодые, только что вышли из каких-то команд, таких тир-2 уровней. Действительно, когда до них снизошел успех, были опасения, что могут зазвездиться, могут потеряться, могут вот в этой власти и славе, собственно, утонуть. Но Virtus.pro
держит марку. Потащил кубок. Ну, хоть кубок. Все, Virtus.pro покидает эту сцену. Поедут они домой на Мерседесе. Роджер будет за рулем.